8 дней переживаний. Именно столько длилось онлайн-голосование в фотоконкурсе «Мисс и Мистер Фитнес», организованный сайтом Толк. В нем приняло участие 27 специалистов фитнес-клубов со всего Алтайского края. Они боролись за главный приз – поездку на двоих в Белокуриху. Тренер мог показать не только свою спортивную, так сказать, деятельность, но и очень многие рассказывали о своей личной жизни. Там кто-то семьянин, у него там много детей, кто-то любит кошек, собак или там какие-то свои хобби, интересы. Вот. То есть это тоже было интересно узнать фитнес-тренера еще с других граней. Всего в онлайн-голосовании приняло участие почти 3000 человек. Каждый день лидер менялся, но итоговая картина топ-3 тренеров выглядит так. Третье место заняла Ольга Суворова, 14% голосов. Второе место, 18,4%, Илкин Зейналов. И 20% голосов и главный приз забрал Игорь Курланов. Все они тренеры с большим опытом, но истории, как они связали свою жизнь с фитнес-индустрией, разные. Все началось с того, что я поступил в университет в аграрный, и там надо было ездить на лыжную базу, соответственно, на физкультуру. Купил новые кроссовки, все, приехал, а утром было холодно, приехал, получается, на базу, переобуваемся, обуваю кроссовки замерзшие, все, начинаю бежать, они у меня лопаются. Я сказал, больше я туда не поеду. Пошел на секцию пауэрлифтинга. Активно занимался спортом, решил поучаствовать в проекте «Сибирская трансформация». Поучаствовал, выиграл. Я просто полюбила спорт. Как полюбила, даже не знаю. Просто так получилось, что после декрета я прям очень ударилась в спорт и решила просто закрыть всю старую карьеру в банке и пришла в фитнес-зал. Следующий конкурс, который организует сайт Толк, это мастер-пара. Мы узнаем, кто у нас в регионе лучший парильщик. Вся информация появится на сайте 14 июня. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с Толком.